В Алтайском крае появился заказник пеликаний. Прежде эта особо охраняемая природная территория называлась иначе – заказник Кондатровой. Но в этом году его решили переименовать в честь экзотической птицы – пеликана. Несколько лет назад эти птицы облюбовали озеро Кабанья, расположенное на территории заказника. Здесь они проводят летние месяцы и выводят птенцов. Как отмечает орнитолог и фотограф Алексей Эйбель, в этом году ученые зафиксировали 11 птенцов и почти 20 взрослых особей. Специалисты говорят, что пеликан появился в Сибири не больше 10 лет назад, возможно, из-за глобального потепления. Родина наших, по версии ученых, это Средиземье или Каспий, но точнее еще предстоит установить. Кабанья они, возможно, облюбовали именно потому, что оно расположено на особо охраняемой природной территории, где их не беспокоят люди. На самом деле заказник создавался не для пеликанов, но в итоге как бы пеликаны стали гнездиться в заказнике, да, и в близлежащих озерах, которые, ну, мало чем отличаются, да, от озера Кабаньево. Тем не менее, там пеликаны не гнездятся. В этом году в Алтайском крае могут появиться еще 5 таких же заповедных зон. Региональная Минприроды выделила 700 тысяч рублей на обследование территорий. Урочище Трунов-Луг в Егорьевском районе, Голубцовские склоны в Заринском и других. Отметим, что на территории ОПТ по закону ограничена охота и рыбалка, распашка земли, строительство и другая хозяйственная деятельность для соблюдения режима покоя для животных и птиц.